Кандидат в президенты от Народно-демократической и патриотической партии Ауыл Жигули Дайрабаев провел встречу с общественностью Абайской области. Сначала он побывал у памятников Абаю Кунанбаеву и Мухтара Уэзову, возложил цветы к подножию монументов исторических личностей. После Жигули Дайрабаев провел встречу с местной интеллигенцией в Абайской областной библиотеке, обсудили ключевые направления программы кандидата, принципы степной демократии, участие общества в сохранении ценных образцов культуры казахского народа, литературы и трудов великих мыслителей. По работе предвыборного штаба могу сказать, что очень большая работа проведена. В каждом у нас районе есть свой актив, который активно работу ведет. В городе Курчатов еще один штаб, и в каждом районе открыта группа, которая занимается агитацией, встречается на ежедневной основе с населением, с предприятиями и проводит разъяснительную работу по предвыборной программе нашего кандидата.